Желаю тебе успехов, Макс Вехов. Так, сегодня хотел бы показать, как в домашних условиях, ну или где-то там на репетиционном базе, если нет у тебя под рукой, забыл, как эти устройства называются. Ну, короче, как же, если у тебя нету примочки, или ты сомневаешься в своем слухе, ну, лучше, конечно, по слуху настраивать, но это ты ж не Моцарт, правильно? Вот. Поэтому я тоже не Моцарт. Поэтому дома, либо имея классный смартфон, если ты где-то на репточке или... вспомнил. Если у тебя нет под рукой ни тюнера, нету, например, вот такой примочки, как у меня, вот, которая, вот видишь, ну, можно настраивать инструмент, подключил электрогитару и это самое, и настроил вот по тюнеру, который встроенный в примочку, да. Берешь, короче, все очень просто на самом деле. Берешь, есть такая программа Guitar Pro, например, вот, на компьютере, да. Ну, нет интернета еще, ну, и по ним, ты понял, да. Если ты там на репточке, у тебя там, ну, или еще где-то, короче, берешь, набираешь вон, ноту, какую тебе надо, там у меня стереоре, и набираешь эту ноту, вот она звучит, вот, и берешь вот так вот, смотри, берешь вот так вот, как я делаю сюда, перед тем, как записываться или... ну, если не забываю, перед тем, как записываться и перед тем, как репетировать, я делаю так вот. Беру и вот. Поэтому мне нужно настраивать гитару. Два дня не полабал. И уже это... Я настраиваю так. Не каждую струну, а... Вот это уже на тюнере. Так просто, по слуху, понял? Чтоб ноты звучали. Будешь в курсе моих новостей и чего-нибудь новенького.